Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потрать одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Для тех, кто не знает, на моем YouTube-канале Ника Шоу будет проводиться мега-раздача робоксов на 100 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube-канал, зови своих друзей, пусть тоже подпишутся, чтобы раздача робоксов настала как можно скорее. Ну и, конечно же, не забывай вступать в мою группу NSUT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робоксы 16 дней. А также, ребяточки, если вдруг YouTube закрою, знайте, что я всегда есть в Яндекс.Дзене и в Рутубе, там я вам всегда рада. И в этом видео комментарий дня от Zelkos, который вы видите сейчас на экране. И сегодня, ребяточки, Джиос подготовила видео с новеньким, свеженьким промокодиком в игре Car Dealership Tycoon. Это популярная игра достаточно, поэтому, думаю, объяснять тут ничего не стоит. Погнали скорее, заходите, я вам покажу там новенький, свеженький кодик. Ну что, ребяточки, мы зашли, тут у нас новое обновление, добавили новые монстр-траки и много всего другого. Выбираем наш автосалончик, конечно же, по стандарту, он у нас загружается. И я хочу сказать, что этот кодик для вас будет достаточно интересненьким. Смотрите, во-первых, у нас открывается этот ивент, Monster Truck Jam, и у нас вот есть клик Claim to get a free Monster Jam Truck. В общем, мы можем получить бесплатный Monster Truck, смотрите, вот так вот, получаем его, и просто у нас есть новый Monster Truck, точнее, первый Monster Truck, наверное. Ну, у меня это первый 100%, а у вас, может быть, и не первый, скорее всего. В общем, тут можно получать и так Monster Truck, выигрывая рейсы и прочее такое. В общем, тут надо разбираться, в общем, свеженький ивентик, но если вы загадываете вопросом, как получить еще один Monster Truck, сейчас я вам покажу. Запоминайте, ребяточки, промокодик у нас вводится во вкладочке шестереночка, открываем, и здесь снизу есть вкладочка коды. Открываем и вводим вот такой код. Free Track. Вот такой промокод, в принципе, F большая, T большая, все остальное понятно, думаю, так что погашаем его скорее и получаем новый Monster Truck. Смотрите, Lucas стабилизер, либо стабилизер, наверное, я не знаю, как-то так, его здесь нету, видите, его, то есть, здесь вообще нету, но сам факт, что он нам выдался, это круто, то есть, у нас есть еще один Monster Truck, уже второй, и всего по промокодику, кстати, ребятки, это первый промокод, который дает нам не деньги, а вот машину, ну, представляете, как это круто, так что, ребятки, давайте его затестим. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как BeamPlay, Эстетика, FireKiss, Анастасия Грюн, Матвей Кутловский и мистер Михаил Ловицы. Привет! Ну что, ребяточки, а теперь пришло время тестить наш Monster Truck. Давайте же его призовем, посмотрите, где он такой, не сюда, машиночка. Заходим в машиночку, и вот, Лукас стабилизер, либо, не знаю, как-то так, стоит он целых 500 тысяч, у меня даже сейчас денег таких нет. Нажимаем драйв, и смотрите, вау, какой он крутой, на таких больших колесах, ну, как бы понятно, Monster Truck. И, наконец-то, у нас преграды не будут для нас преградами, да? Ух, ё, по-моему, что-то как-то нихи в руки нельзя давать Monster Truck, и мне так кажется. А ну-ка, ну, давай, переворачивайся, либо мы так поедем, давай. Ну, блин. Как говорится, Ники, дай камушек, она на него наедет. О, 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 сейчас встанем, или нет? Давайте выйдем из него сейчас. Ай! Ну, меня придавило еще тут колесом немножко, но я думаю, ничего страшного. Ничего страшного, призовем его заново. А то, как говорится, на камушек захотела наехать. Мне это очень нравится, потому что есть машины, ну, большинство машин, знаете, вы наезжаете на маленький краешек бордюрочек, и она там уже врезается и не может ничего сделать. Вот это другое дело, вот нормальная тачка, вот, вот такое я одобряю. Кстати, вот эта штука, это, по-моему, как у Hot Wheels такая есть. Как называется, у Hot Wheels есть такая трасса. Блин, а можно сюда заехать, мне интересно, а ну-ка. И... не, нельзя, нельзя. Давайте, вот смотрите, у нас тут есть рейс, давайте join, короче, присоединимся. Подождем 10 секундочек, я, правда, одна из 15 буду, ну ладно, ничего страшного. Кстати, колеса такие большие, крутые, проработанные, мне нравится. И сама, типа, машинка тоже прикольная. Так, все, нас закидывает, получается, что нам надо делать. Кстати, мне вот эти чекпоинты напоминают в GTA
GTA 5 онлайн, там тоже, когда загоны на трассах есть, типа, там такие же чекпоинты буквально, если вы знаете, которые сами люди могут строить. Ой, я по школьным автобусам проехала, если бы мне кажется. Кстати, мне такое нравится, вот это вот круче обычных рейсов, где надо подпрыгивать. Правда, камеру немножечко шатает. Куда? Как рулить, блин? Как рулить? Так, ладно, сворачиваем. Я, по-моему, так и не научилась пока что на нем ездить. Но, кстати, прикольный трасс. И прыжок! Перелетели автобусы. Видимо, по ним мы не должны были прокатываться. Но все же это сделали. Оп. Чётненькая трасса. Чётненькая вообще. Ой, по-моему, я не туда немножко выехала. Это еще не все, что мы должны были проехать дальше. По-моему, крутая трасса, мне нравится. Тут такое динамичненько достаточно. Можно и подпрыгивать там, и подпрыгивать. Три раза подпрыгивать. Не, круто, мне нравится. Оп! Эх, тут, правда, трибуны пустые. Было бы круто, если были бы не пустые. Ну ладно, допустим. Допустим, ребятки, как говорится... Что-то не пройдем бачком, все пучком. Так что, блин, ладно, задом ехать долго, так что лучше перевернемся. Давайте дойдем этот рейс. У нас два из трех кругов пройдено. То есть нам осталось один круг. Ой, только чуток нас занесло, кажется. Тут у нас, то есть он зацикленный такой, как восьмерочка, только больше, чем восьмерка длиннее. Как две восьмерочки. И последний, получается, последний круг, четвертый все-таки. Блин, мне так нравится пролетать здесь. Я вообще все люблю. Так, так, подпрыгиваешь там, не знаю, подлетаешь и прочее такое. Мне это очень нравится. Так, оп. Только вот такое, когда случайно это происходит, мне не нравится. Оп. Ну, тогда я скорость собрала. Скорость. Просто лютая скорость. Опа, вот смотрите, я с управлением разобралась. Точнее, не с управлением, а примерно... Ну да, разобралась, я на старте врезалась. Но примерно, в общем, как что работает. Нам выдали бейджики, награда 13 тысяч. Неплохо. Крутая машинка, крутая трасса, мне кажется. Так что получайте с промокодика эту машинку, конечно же. Играйте, развивайтесь. А еще, ребяточки, обязательно, если вы не видели вот это видео, его обязательно посмотрите, потому что там я тоже показывала промокодики в эту игру. Возможно, некоторые из них еще работают. Так что, если не видели, обязательно посмотрите и проверьте кодики. Ну, а на этом, к сожалению, мое видео подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Ну, а вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!